Даже при минимальной ставке с Alimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Alimbet. Alimbet. Максимум от игры. Игра имеет такой, не сказать, что принципиальный характер, но что-то особенное в нем есть в этом матче. И хочется доказать, показать себя с самой лучшей стороны, если это получится сделать. Прошлый сезон, да, то это самые, наверное, топовые матчи вообще во всем чемпионате были. Поэтому ожидаем сегодня рубки и победы «Факела». Матч 3-3, замечательный матч. Много эмоций оставили здесь. Очень здорово. Надеюсь, сегодня тоже будет много голов и «Факел» победит. Поднялся этот ажиотаж, и он пока еще не стих. Я думаю, что если останемся на следующий год, он и на следующем году не стихнет. Такие болельщики, мы прославили «Факел» на всю страну. И будем дальше болезненнее, еще громче, нас будет больше, все будет классно. Знали, что есть шанс выйти дальше, и старались все силы отдать, порадовать болельщиков. Ну, вот так вот игра сложилась. Забили, по-моему, Аброськин забил, там аут разыграли. И второй гол – это вообще чудесный, фирменный, да? Чудесный, с центра поля, вратарь не ожидал. Ну и там, конечно, нам осталось чуть потерпеть. Хотя были и у меня момент был хороший, переволновался в одном моменте. Ну, уже думал, что мяч в воротах, а оказалось, что надо еще чуть опередить. Сейчас, конечно, намного круче атмосфера, хотя и там, и тогда нас очень сильно поддерживали.
самом деле эмоции переполняют меня. Это было восхитительно. Всем спасибо! Вот он наш чемпион, ребят! Хочу выразить огромную благодарность Факелу за то, что проводите такие мероприятия. А также хочется каждому болельщику сказать спасибо огромное, то, что поддерживаете наш любимый Факел. Ожидали, да, что как бы Краснодар будет доминировать, но мы, в принципе, терпели. Были хорошие моменты, да, у нас тоже. Краснодар еще пенальти не забил. Ну, ожидали такую как бы, боевую игру, мы понимали, что нужно придется долго терпеть много, и свой моментик будет, но мне вот не получилось забить. Так, ну, хорошая игра. Мы, в принципе, хорошо сыграли в обороне. Краснодар больше владел мячом, мы больше оборонялись, но у нас тоже были моменты, поэтому такая была быстрая игра. Мы идем от игры к игре, наверное, самое важное было набрать первые очки, а дальше, я думаю, пойдет по накатанной.